Продолжаем выпуск. 12 новых рейсов могут появиться в расписании аэропорта Толмачёва. Об этом сегодня журналистам рассказал губернатор. Новосибирская область – одна из первых в стране. Готова развивать малую и среднемагистральную авиацию. В адрес регионального правительства уже поступило предложение от крупнейшей российской авиакомпании соединить воздушным коридором Новосибирск с Уренгоем, Кызылом и другими городами. Мы дали. Дали свое положительное заключение, что мы отработаем, это первым кварталом надо, при условии, что и те регионы, куда рейсы будут летать, также примут участие в софинансировании. Думаю, это правильно. Мы этим самым создадим шаг очень значительный по развитию Новосибирска как центра Сибири, несомненно, по усилению мощи самого аэропорта и налоговые отчисления и так далее. Поэтому вот это здесь... Будем. Есть предпосылки, что уже в марте, в апреле месяце эти рейсы, какие-то часть уже начнет осуществляться.